Так, Соня, дождь собирается, кажется. Ну-ка, быстренько, последнее, давай. Сейчас смотри. Иди сюда. Смотри, я сейчас тряхану. Вот. Только для того, чтобы показать, что ты у меня такая. Вот, поднимай. Так. Почему я это делаю? Дерево я никому не рекомендую трясти, но тут другое дело. Попросили немножко на еду, а они практически все переспелые. Все собрала? Да вот же ведро, что ты это самое? Вот жадность. Давай, клади. Так, итак, перед нами сорт королевский. Вот он, так. Ладно, теперь тот королевский показывали. Ладно, я пошел Тимошку, это тоже где-то собирает. Значит, ведро стоит 200 рублей. Все, улыбайся. Сегодня это, от лени не могла больше одного ведра собрать. Вот. Учти, нужны будут деньги. Я тебе буду говорить, езди со мной. А то, как раньше обычно, сразу за кошельком. Помнишь свое любимое выражение? Ну, мне бы соточку. Все, отругал. А я сам отнесу, тяжелое. Пошел Тимошку искать. Яблоко пошли. А эти нет, эти еще твердые, как камень. Пойдем, возьмем эту. Самый первый белый налив созревает. Идем сюда. Тебе понравились они? Желательно, конечно, не с дерева, а упавшие брать. Но упавшие уже собрали. Тогда что делать? А, знаешь что? Тряхнем легонько. Вот, смотри, смотри. Вон, вот эти собери и еще это, возьми, еще я чуть-чуть еще тряхну. Знаешь почему? Возьми домой несколько штучек. Это первые яблоки, первые. Тимошка, помаши людям рукой. Тебя не видно, там темно. Вон еще. Еще один работник. Тебе знаешь, чем это не выгодно? Тебе мелкие достались. Ты собираешь, помнишь какие, нет? Какие? Сикаталинские. Самые мелкие. Они нужны для приполярных округов, которые никогда не замерзают, каждый год плодоносят. Так что давай, как говорил этот незабвенный Паниковский, пилите шуля, гири золотые. А для нас золотые это кто? Правильно. Здорово, сосед. Ты что, набрал? Да, все. Пойдем покажешь, что собрал. Белый налив, угощайся. А остальные все как камень, еще месяц расти. Спасибо, хоть белый налив созрел. Пойдем посмотрим по это. Как умею я угощать или нет? Даже 8. Пойдем. То у меня комары жрут. Быстрее. Быстрее. Так, это не твое. Страда продолжается. Так, Ира, тебя как сюда не показывать? Нет, все правильно. Так, отойди тогда, я покажу квашню. Итак, это только на косточки. Я на сланцы. Чего? А, да. Ой, развод заставляет, я лучше уйду. Вот. Спина искрит. Второе ведро. Вон оно. Я принесу его, погоди, мне надо с соседом попрощаться. Соседу не повезло. Вот. Крупные первыми кончились. Сейчас посмотрим. Так. Где это? Вот она. Ну, молодец. Так вот, что это я не тебе, а моим читателям, зрителям. Дело в том, что я эти самые уважаемые абрикосы. Почему? Не знаю. Вот
собрался бы тыкву на риск, вот их бы взял и довез. Понял? Ты в землях? Дня два я еще их подержу, а потом уже... Вот, но ты держишь специально, пока дозревают. Они могут дозревать дороги. А обычно, ты знаешь, почему нет скупщиков? Я сейчас только в Черемушек еду. Почему там нет скупщиков? Потому что они только еще не успеют отъехать от Черемушек, а то они уже потекли. А вот эти самые надежные. Вот. Вот эти вот. Твердые, как камень. Вот они, я их разожжу дня два. Они полежат, а потом уже пущу. Ну ладно. Спасибо большое. Да не за что.